Вы слушаете радио «Болтком». По понедельникам и вторникам в полдень на радио «Болтком». Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Сегодня ее проведу я, Артем Липин, за звукорежиссерским пультом Родион Золотарев. Телефоны прямого эфира у нас неизменны. 67-212-93-9, 67-213-93-9. Также можете писать нам по WhatsApp 230-61-91. Сегодня мы в «Развороте» обсуждаем тему зеленого транспорта, экологичного транспорта. И в первые полчаса с нами на связи специалист по мобильности Volkswagen и Audi Матис Земитис. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вот говорим о зеленом транспорте в Латвии. Можно ли говорить о том, что у людей вообще повысился спрос и какой-то интерес к именно зеленому транспорту, или все-таки для Латвии пока это не актуальная тема? Особенно для Латвии это очень актуально. Как статистика показывает, в прошлом году Латвия попала на первое место по развитию новых электромашин. Так что было больше всего зарегистрировано новых электромашин процентуально в Латвии. Конечно, в предыдущем году число не было такое большое, поэтому и как и у нас появился новый каршеринг 100 единицами, так и некоторые другие машины очень имели популярность в прошлом году. Но мы говорим сейчас о процентном приросте. Если смотреть в абсолютных числах, все-таки это не выглядит таким большим объемом. Если я правильно по статистике, сейчас в Латвии 1240 электромобилей. Это выглядит как бы достаточно малым числом, учитывая все-таки почти 2-миллионное население Латвии. Именно так. Конечно, до сих пор есть некоторые мысли у покупателей, автоводителей, что электромашина – это все-таки не так уж зеленый транспорт, она намного дороже и так далее. Но если мы смотрим на цикл использования машины, она является намного выгоднее, чем сравнить с двигателем внутреннего горения, например. Так как электричество нам стоит как минимум 3 раза дешевле, если мы сами заряжаем дома. Если нет такой возможности, так и у нас есть очень хорошая инфраструктура. Спасибо государству за это. И там мы тоже можем зарядить машину достаточно быстро. И так как минимум 2 раза дешевле, если сравнить с бензиновым или дизельным расходом. Ну, вот я как раз про инфраструктуру хотел вас спросить, потому что я сам не водитель, поэтому, может быть, я просто не обращаю на это внимания, но как обыватель у меня все-таки я не замечал вот специальных каких-то станций для зарядки электромобилей, или, может быть, они находятся вот в этих классических наших станциях. Ну, в общем, я вот такую инфраструктуру не замечаю. Она есть? Именно так оно и есть. Перед тем, как ты начинаешь пользоваться, например, очень хорошее сравнение, я думаю, с тем, ты не замечаешь полицию на дорогах, если ты не водитель. И только тогда, когда ты сдаешь на права, ты сразу замечаешь, где есть трафарированные, где не трафарированные полицейские машины. Могу сравнить это так и же с зарядными устройствами. Их сейчас в Латвии больше, чем 165 быстрых зарядок. И можно до каждого маленького уголка доехать в Латвии без каких-то волнений, что ты пропадешь, останешься на дороге. Надо очень быть невнимательным, что показывает машина, что уже заканчивается электричество, энергия, пожалуйста, заряди, потому что эти станции распределены уже от 30 до 50 километров друг от друга.
И в этом году, как раз в начале этого года, появились еще 40 новых станций быстрой зарядки, и они еще в 2021 году будут совершенствоваться. Так что спрос электромашин большой, большинство их заряжает дома, если есть такая возможность, но у меня, к сожалению, нету дома, я живу в квартире многоэтажном, недалеко от столицы Риги, и сам заряжаю или на работе, если вот сейчас не еду так часто на работу, заряжаю по пути, по дороге, у меня есть как минимум 3 зарядные устройства. Так вот. А какие вот по вашему опыту, какие в целом основные причины у людей, которые сомневаются в том, чтобы стоит ли им покупать электромобиль? Ну, то есть, понятно, мы уже проговорили инфраструктура, мы проговорили стоимость. Есть ли еще какие-то причины, по которым люди не выбирают этот транспорт? Первое то, что они не смотрят на покупку машины долгосрочно. Покупатели, частные покупатели покупают машину, и они смотрят только на первую цену машины. Они не видят, они не углубляются, насколько будет сервис, например, обслуживание как минимум 2 раза дешевле у электромашины по сравнению с такой же, такого же класса внутреннего сгорания машины. Или, если говорим насчет гибридов, там еще сложнее система, так как там еще 2 разные системы встроены вместе. Но это первое. Они не смотрят, что, ладно, парковка в Риге бесплатная, может, это не каждому актуально, и полосы общественного транспорта тоже мне не получается так часто их использовать. Но если мы смотрим, например, ежегодный налог использования автомобиля, да, это отпадает сразу, нету налога первой регистрации, даже номера нам выдают бесплатно, надо заплатить только за технический паспорт, когда мы покупаем машину. И уже потом машина выдается дешевле, так как мы даже когда тормозим, мы используем мотор машины, который заряжает нашу кинетическую энергию обратно в аккумулятор. И как минимум 30% мы можем обратно достать в аккумулятор. Так что тоже миф, что по шоссе, если перед этим было намного выгоднее ехать на одной равномерной скорости, тогда на электромашине как раз-таки наоборот. Если мы двигаемся по городу, мы потребляем намного больше, меньше энергии, так как мы используем эту рекуперацию. Это вот первое. И, конечно, сейчас были большие минусы на улицах. И много друзей спрашивали, ну как завелось? Она заводится всегда. И есть очень хороший пример даже в Сибири, где минус 40, ничего не заводится, но все там ездят на электромашинах, так как ты там можешь сам через аппликацию или на таймере поставить печку, она включается, и ты уже заходишь в теплой машине, она как калорифер, и да, с аккумулятором нет такой проблемы, что свечи или масло, или топливо замерзло, или что-то такое. Да, так что заводится. Напомню, с нами на прямой связи специалист по мобильности Volkswagen и Audi Матис Земитис. Что по поводу мощности? Потому что мы знаем, что есть там условные Tesla, всякие модели, которые ставят рекорды и по скорости, и по мощности, и сопоставимые там с флагманами традиционных машин. Но в целом, если мы говорим в среднем, все-таки, наверное, это является справедливым, что электромобили, они менее мощные, чем бензиновые двигатели или гибридные автомобили? Можем сравнить. Я вот езжу на электрогольфе, и у него не так уж много лошадиных сил, 143 лошадиных сил. Не так уж много. Но так как там нету коробки скорости передач, ускорение линеарно и сразу на любой скорости. Ты просто нажал, и первый раз, когда я хотел заскочить на другую полосу, увидел пустой карман,
Я даже удивился и отбил свою голову об подголовник сзади, потому что ускорение моментально, ты не ждешь этих несколько секунд. Конечно, управление намного легче, так как не надо переключать передачу как на мануальной коробке, и она, коробка работает сразу, нету сцепления, нету никакого механизма посередине. И она намного мощнее, так как сразу идет это ускорение. И ты не ждешь, пока максимальные обороты достиг, и максимальная мощность появляется у двигателя внутреннего сгорания. И так и самые маленькие машинки, эти Renault Zoe, которые катаются по Риге, ну, как каршеринг, они могут обидеть почти любого такого мощного BMW. Вы имеете в виду обидеть, в смысле обогнать? Или... Да, ускоряться намного быстрее. Да. Мы говорим, вот это наша тема для обсуждения про зеленый транспорт, она возникла не просто так. Несколько дней назад появилась новость о том, что депутаты рассматривают предложение в закупках автомобилей для нужд вот, министерств, Сейм и так далее, чтобы там обязательный процент был зеленого именно транспорта. Там не уточняется, что это электромобили, но так как там эмиссия должна быть достаточно низкой, ну, видимо, кроме электро и гибридных двигателей, я мало себе представляю еще, что там можно предложить. Я подозреваю, что вы, наверное, поддерживаете такую инициативу, но насколько вам кажется это реально, что действительно мы там через несколько лет уже на электромобили будем смотреть так же, как на бензиновые двигатели, уже никого этим не будешь удивлять? Во-первых, это очень хорошая практика. В Литве уже достаточно давно, как минимум пару лет, они тоже имеют такие условия. И если ты покупаешь муниципалитет или государственные органы, если они покупают транспорт, тогда как минимум какой-то процент должны быть очень дружны да, к среде автомобилей. Так что там это уже работает. И мы сами вместе с ассоциациями в Латвии или и Прибалтике делаем достаточно много обучающих таких мероприятий, когда люди берут вот, наши машины и ездят к министерствам, к муниципалитетам и показывают, какие эти машины вообще есть, сколько они потребляют, и показывают эти таблицы, насколько они выгоднее, если ты смотришь на весь цикл пользования машины. И интерес есть, и это будет как бы дополнительный толчок к этим решающим людям. Я бы сказал, что это очень позитивно, так как до этого у нас первая такая волна была только в 2015 году, 2014-2015 год, когда первые поколения машин были куплены. Было много разочарований, потому что их купили просто на бумаге, а несмотря на то, какие реальные ресурсы эти машины имеют. Сейчас ситуация через 5 лет очень изменилась, и ресурсы доступности у новых поколений намного больше, и мы видим, что есть очень большой интерес с государственными фирмами, которые уже смотрят, сколько и какие машины они бы хотели. И это не только государство. Государство, я бы сказал, идет шаг после фирм, потому что фирмы сами хотят быть зеленые, они сами хотят показать себя как дружные. И мы имеем курьеры, которые купили десятки электрогрузового транспорта, бусики, электрокрафтеры, и они доставляют грузы по всей Прибалтике, конечно, большими городами, да, так как до сих пор, если ты хочешь большую машину, там она должна иметь большой аккумулятор. Да. Так что это очень позитивно, и это будет толчок. И главное, что связано с электромашиной, надо хоть один раз попробовать. Если ты попробовал, все, ты уже смотришь на эту машину намного по-другому.
Как вам кажется, что нужно в ближайшее время сделать, не знаю, либо государству, либо, может быть, каким-то частным фирмам, но вот сделать что-то, что нужно сделать, чтобы массово люди все-таки стали интересоваться электромобилями, вот какие первые ближайшие шаги? Первое, то, что сами министерства должны быть заинтересованы в этом, так как мы тоже, как инвестор с знаниями из Норвегии, мы видим Латвию как самую более стагнирующую страну из Прибалтики, да, так как мы распространяем машины по всей Прибалтике. Эстония делает, Литва делает. Есть и субсидии, есть те же самые полосы с общественным транспортом и другие да, преимущества, если ты покупаешь электромашину. Но Латвии этот интерес ну, не видим мы такого, какой он есть да, в остальных странах. Но так как мы подписали Парижский договор, и тоже группа Volkswagen подписала Парижский договор, который подписывает только страны, да, мы все имеем какие-то обязательства. И я думаю, что это последнее время, последний момент, когда мы можем попасть в на этот вагон, еще на этот поезд. Потому что мы видим, что в других европейских странах электромашины раскупаются так быстро, что мы даже... Если бы хотели, мы не можем достать такой объем, если мы не планируем. И мы будем планировать позитивно, только если мы видим, что среда, где будут распространяться, как, например, Латвия, наш рынок, будет готова этому. И если заряжать их можно, если есть уже какие-то маленькие нюансы, тогда да, мы готовы, просто это должно быть общее целью, не только вот мы как импортер идем с какой-то маленькой целью, да, так вот. Спасибо большое. С нами на прямой зум-связи был Матис Земитис, представитель так сказать, мобильности в Латвии.